На меня посмотри. Зарос. Сейчас будет красавчик. Данил, красавчик? Нет? А что ты расстроился? Дай. Дай. Сынок, что случилось? Давай так по кругу пройдем. Дань, может, у тебя уже появилось настроение? Посмотри на меня. Даниль. Нет, не появилось настроение, да? Итак, у нас сегодня скромный семейный ужин, как это, принимаем вторую партию родственников Зайде Мунировна. Да. Welcome. Дань, ты как всегда кисляк лепишь, да? Ясмина наша нарядная такая вот прям гирлянда новогодняя, поэтому мы решили, что она сегодня будет елкой. Она уже украшена заранее. Так. Дети бастуют. И я бастую. Сейчас сегодня все бастуют, еще. Сегодня все не в духе. Что у нас есть? Значит, на горячее пельмеши, огурцы, помидоры. Вот там закуска с творожным сыром, с вялеными томатами, с оливковым маслом, с фисташками, роллы с лососем. Вот здесь есть рождественский штолен, какой-то там выдержанный, сколько положено. В общем, его к чаю. Вся надежда на Тифаню. Дань.
Только что не хватало одного виноградика, Дань. Я ах ты жук! А, ну да, ну да. Вот, я никогда не делала, в этом году решила попробовать. В общем, надеюсь, будет вкусно. А так-то вот. Все вкусно. Ужин, ужин, просто ужин. Да. Не до праздника. А, почему не до праздника? Потому что 2 января заболелся Даня, да, Даня? Теперь уже Яся. А теперь у нас не успела чухаться Даня, Яся, елка новогодняя. Ветряночка, да? Так что мы так. Хорошо до стола доползли. И ладно, я пью этот, какой, персиковый сок. Персиковый сочок. За остальных говорить не буду. Сами, да, черноголовку свою пейте. Ясмина лосося наяривает. Ага, съела огурчик, съела лосося. Ну, еще лосося не съела, но... Работает над этим. Данюсь! Ты расскажи, почему ты ничего не кушаешь? Там мне скучно. Скучно? Да. Может, он там мне живет, кажется, да? Мне кажется, ремня не хватает для веселья, да? О, там Мурат наяривает на этом. На телевизоре. Да, да, да. Ясюня? Ясь. В общем, салат, ему еще нужно настояться, он еще не созрел, но в принципе интересное сочетание, только нужно было другой виноград такой мясистый, зеленый. Бомба, бомба. Бомба, бомба, точно. Огонек, мы вот сейчас еще порцию просим. Тоже так думаете? Очень вкусно. А мне кажется, вы это... Нет, нет, а если бы не вкусно, мы бы не стали бы есть. Да не я, отказались бы. Ага, да? Выкинула в пропасть. Да, да, да. Ты сейчас закончишь снимать, я еще порцию добавлю. А то он стесняется. А я тебе прямо сейчас а добавлю. А чего у меня руки заняты? Смотри. Вот так вот. Вот так вот, так вот, так вот. Что потом сказали, что только на камеру. Ну. Что-то там говорят. Вот так. Ляп. Кушайте на здоровье. Очень вкусно. Ясмина. Ягодки вот еще. А то она уже там снимает свою. Но она уже с патоньки, конечно, ходит. Да, рано еще 8, да? Валентина Михайловна поздравляла вас. От нас тоже поздравляют. Да, я сказала, не у Валентины Семеновны друзей. Да. Тоже. Я говорю, а вы что не делать? Ничего не делаю. Как это? Сегодня же святой вечер, свет сочельника. А мы для Валентины Семеновны. Ну вот и мы сегодня ничего не делаем. Ну конечно, ничего не делаем. Мы тоже Валентины Семеновны, да, Даниэр? Хочу. Данюсь, а покушать ты не хочешь? Ты потом мне в 10 будешь песни петь. Я голодный, животик урчит, да? Да, чтобы я бы что-нибудь перекусил бы. Все понятно. Нюся, ты покажись вообще, ты вообще подстригся сегодня, да? Да. Прическу сделал? Да, Нюся, покажись маме. Да, маме. Феном укладываю. Вот она прическа. Да, как Верка Сердючка, тут в белых колготочках. Давай. Даня в своем репертуаре. Он не один, подстригся. Сегодня ну, прям. Так. А что там? Освежился. Да, я зафишировал, что мы там. Ага. Ну вот я подстригся. Ага. Так. Конечно, он не лучик. У нас еще вот такой друг сегодня за столом, снеговичок. Баба Таня нам попросила, у нее дома растет эта елка, сосна, что оно такое. Ой, попросила, говорю, оторви мне пару веточек, приволокла целую котомку. Теперь придется до весны украшать хату. Да, елками. Ну, хорошо, джекшн, да. И? Смотри, что делает, смотри, что делает. Ай-яй-яй-яй, и куда? Смотри, давай. И куда? Валь, спускайся, спускайся вниз, давай, смотри, а, упс, упс, вот, ой, 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 ой,
А вот нельзя лазить, смотри. Актриса. Вот сюда, да? Да она слегка так притронулась тут. Ну, надо. Артистка. Все, Дань. Я ударила уже, все. Данюсь, а ты, Дань. Пожалей. Ой. Вот Агака, видишь, Агака тоже. Пожалеешь Ясминку? Иди пожалей, а пожалей, обними ее, давай. Ой, моя девочка, скажи. Вот такой нежный мальчик. Ясь, ну как можно плакать после таких... О, иди, я тебя тоже поцелую. А, ты Хартанашку бежал поцеловать? Беги, любой. Беги, целуй. Иди, моя солнышко. А, нет, где? Он куда достает, туда целует. Он не скромничает. А что хочешь, Ясмина? Ясмина? Обезбе, а что хочешь? Иди, моя девочка. Вот так и живем. Весело? Ну, так. Встретим Новый год. Очень весело. А так оно идет. Угу. Что это там с тройняшками делать, не знаю. Ну, она ж не одна, наверное. Прячем солнце, Монако. Итак, что у нас сегодня из рождественского только кекс, да? Так получилось. Что имеем? Извините. Чуть не снесла. Распечатывай, интересно. Там, может, уже мох вырос. Мы его вообще-то на Новый год купили, ну ладно. На Новый год рождественский кекс, как оригинально, да? Разрезаем, наверное, да? Так. В общем, сколько там, 2 недели он где-то... В чем-то вымачивался, в чем-то замачивался. В общем, он должен быть с градусом. Это немецкий, это рождественский. Выдержка, да? Как он? Штоллен. Штоллен. О, там еще эта наклеечка. Пожалуйста. Всегда пожалуйста. Угу. Я вижу уже булочку. Главное сейчас не зашпрехать. Да, видишь булочку? Угу. Какая булочка. Поставьте мне, пожалуйста, поставьте мне, пожалуйста, стаканчик. Даня снял портки, лежит такой. Ага, лежит такой в рубашке и без порток. Без портков. Нога на ногу. Да. Она понюхать была. Ну что? Ну, пахнет как это. О, пахнет очень интересно. Да. Так. Да. Ложим досточку, возвращаем в родную гавань. Так. Вот. Сейчас я все перепортю. Вот такой вот вообще что ли? Там какие-то орешки, изюм, в общем, режем, да. Ну и в чем-то он вымачивался. Но выглядит, да, интересно. И пахнет тоже вкусно. Ага. Ну, наверное, как-то потоньше. Я понимаю, что ты... Мы сейчас вот так поменьше сделаем. Нет, вдоль нужно было. Ну, ладно. Давай вот эту хотя бы пополам еще раз порежь. Потому что я понимаю, что ты щедрый хозяин. Но как бы уже вечерок... Ну все. Нужно сюда скромничать. Наверное, да, можно порезать сюда теперь как-то так, да. Поедем, а покажите нам, будьте добры, в разрезе. О-о-о. Мы хотим видеть, мы хотим знать. Что вы там будете? Ну, класс. Пахнет очень круто, да? Ну, здесь вот изюм, орехи, это... Вот.
Цукаты, наверное. Нет, белый изюм, походу. А вот тут еще что-то большое какое-то, видишь, вот. Ага. Сейчас, подожди, я достану. Вот какой-то... Зачем? Торт какой-то такой пёкся с этими вот... Ну, что-то вкусное, короче. Будем пробовать сейчас. С изюмом. Так я пекла дамский каприз. А, помнишь, вот такое, да? Вот только с слоями было. Сейчас продегустируем. И мак, по-моему, тоже, да? Значит, ваша сваха мне уже пестом проставила за то, что я забыла. Это она приезжала в Новый год, думала, вы будете. Вот вам приглашение. Ой, моя сваха, она меня вообще в краску. Да, спасибо ей большое. Дай Бог ей здоровья. Она там будет смотреть, можете там. Да, долгих ей лет жизни. Спасибо. Примерочку можно. А что такое? Ой, Таня. Ну, Таня, это Таня. Сзади на что нельзя. Ага. Косыночка. Ой, что хряша, или ты не это? Тоже как шар. Ну да. Yeah. Спасибо большое. Ну, моя сваха. Это летний. О, на все зимний, случаи жизни. Зимний, оказывается. Летний, все как полагается. Оренбургский пуховый платок. Под желтую эту свою. Ага. Петровочку. Да-да-да. Так, нормалек. Сразу все правильно надевать, что там. А что там уже это самое? Слушай, а что там останавливаться жизни? Уже, да? Что да. Уже останавливаться? А что себе на зима, лето, осень, весна? Да. Тут если грустно, если весело, на все случаи. Это подарок 4 сезона, короче. Я так не поняла, это скатерть или платок. Ну, как бы используйте, как придется. А может, когда поедем на море, вот так раз. Парел. Так, еще, оказывается, здесь. А, вот это, да, еще? Ой-ой-ой. Тань, это тоже наподобие такого? Да, да, вообще. На ваш. Это просто для... Это, знаешь, как Артанашка, когда надо было выходить. Да. Самое модное будет. О, нет, кстати, смотрится очень даже. Нет, ну да, она. Каждый этот накрыла, такой. Когда надо, кстати, вот так сделала. Вот эти большие прям красивые. О, ничего себе. Да. Благодарю, Танюша, за подарки. Дай Бог здоровья еще раз. Долгих лет жизни, чтобы это радовало. Ой. Чтобы наши... Даньяр не гляже, не да, надо да, его. Да, Данька наш... Здесь уже отдыхает, поэтому Зай, ты видишь? Радоваться нашим внукам, как они растут, как они нас, надеюсь, будут рады. Этот профессор по пылесосам это точно будет, я не знаю. А что, если вина не будет, что ли, вас рада? Она, по-моему, всех рада. А та вообще. Да. Спасибо так, ладно, большое. Пьем чай и спать всем. Всем спать? Да. Ой, все, пьем чай. Это красиво смотрится. Да, нет, она вот такой... Это? Так, очень хорошо. Не, и правда, я думала сначала это скатерть. Но нет, теперь... это не скатерть. Шелковый платок, это в общем, понятно. Да. Это... Накинь, дорогая, на плечи. Оренбургский пуховый шелковый платок. Этому столику больше не наливать. Так. Ну праздник же. Ну да.
Итак, ой, эти ножки от штатива. Значит, я там уже одну крохотульку пока перекладывала. Попробовала. Очень вкусная штука, конечно. Я прям не ожидала. Ну, это такое, типа, домашние выпечки. Не магазинное, короче. Не казённое, да. А это вот у нас Зайде Мунировна испекла торт шоколадный. Так, Данис, ну что, будем пробовать пряничек? Булочку. Вот так вот. Тебя вижу, я тебя спрятал, что... Сегодня, наверное, впервые праздник, когда я не переобъелась. Я себя так хорошо чувствую. А я наоборот. Вроде нечем было-то объесться. Так, ну что, давайте это, первых впечатлений. Ну-ка, ну-ка. Пробуем. Пробовали вы такую чуду? Какая чудо! Что скажете? Действительно своеобразный вкус такой. Угу, рождественский. Угу. Пряный. Да. А там еще и цедра какая-то, видимо, апельсин, потому что такой прям... Не, шикардосно. Угу. А тебе как? Это же напоминает твоего тортика, вот этот, который мы делали. Угу. Но... Крема не хватает. Угу. А это же как называется? Же... Не, я любитель таких вкусов, он такой плотненький, такой прям... И такой с ветрусом. Пряный. Вот, возьми. Да, вот тут есть цедра, она дает освежающего. Вот и, наверное, силу земли. Ну что же, на не, этом... Силу земли я не знаю. На этом мы откланяемся. Вкусно. А, кстати, откланяемся. Я еще ни разу не появилась в этом видео. Да, вот именно что. Здрасте. Появилась звезда. Всех с праздником. С Рождеством. Ну, Рождество завтра наступает, насколько я понимаю. Да. С рождественской ночью, с сочельником. Да. Да. Ну да, как мы выпускаем видео, возможно, увидят все еще 9 января. Можно сказать, есть Рождество. В общем, да. Вот эта штука мне очень даже. Он такой прям... Понравился, Данир? Угу. Все, насыщенный такой рождественский вкус. Тут и корица, наверное, есть. Что-то такое прям... Я в общем, люблю такое. Это мастер, видимо, готовит. Именно вот знающий, да? Ну, так это же мы не в магазине купили, конечно. Ну, у мастера. Искали. Ну, серьезно. Ну, да. И вот с чайком он такой плотненький. Такой. А ты поняла, что за субстанция вот эта? Не-а. Она, кстати, ближе к центру пирога была. У меня в краешке. Может, это что-то цитрусовое? У меня в краешке не было, но я уже объелся так, что я уже... Это цитрусовая какая-то штука. Вот попробуй. Не, это что-то с цитрусом. Есть. Возможно, это... Это прям... Ну, мне тоже попало. Я не знаю, что, но это что-то цитрусовое. В общем, шикарная штука. Еще раз с праздником всех. Да. Всем здравствуйте и всем до свидания. Да. Все. Кланяемся. Почему ты сказала, надо по новой сказать, да? Классно, все. А что, мы отрежем, что не надо? Да, все. Что-то не пре. Итак, мы выпьем чайку. За все хорошее. За все доброе и светлое. И в ближайшей перспективе отправимся спать, я так надеюсь. Всем с праздником. Пока-пока. Пока-пока.